В этом году, благодаря стараниям сурхандаринских аграриев, в регионе поспевают зерновые культуры в значительных масштабах. Один за другим фермерские хозяйства выполняют контрактные обязательства. Своеобразным катализатором такого развития стало постановление главы государства о дополнительных мерах по внедрению рыночного принципа при выращивании и реализации зерна. Буквально в первые же дни все цели были достигнуты. К примеру, фермерскому хозяйству Икидус Сурхан Ангор в Ангорском районе урожайность составила 100 центнеров с гектара. Заметим, что 27 хозяйств Ангорского района уже к 1 июня одними из первых в республике полностью выполнили договорные обязательства. Сейчас делается все, чтобы в кратчайшие сроки собрать колосовые цвета солнца. Площадь нашего фермерского хозяйства составляет 54 гектара. На 35 из них высажены зерновые. И уже на сегодняшний день собрано 114 тонн урожая. Все договорные обязательства полностью выполнены. По данным областной администрации, по состоянию на 1 июня Ангорский, Бендиханский, Кызырыкский, Музрабатский, Термесский и Джаркурган районы, собрав по 80-90 центнеров с гектара, полностью выполнили свои обязательства. Свой вклад в общую картину внесли и кластеры, и фермерские хозяйства. Скажем, в Джакургане на основе контрактов уже поставлено государству свыше 24 тысяч тонн зерна. Мы на примере своей деятельности уже почувствовали преимущество действенных мер в рамках документа за подписью руководителя страны, говорит один из фермеров. Сегодня фермеры получают хороший доход. Кроме того, мы трудоустроили безработных, и они получают стабильную зарплату. Раньше не было таких условий и возможностей. Новые указы и постановления президента открыли нам новые горизонты. Мы также уже выполнили контрактные обязательства, но весь урожай пока не собран. Поэтому мы рассчитываем, что до конца сезона мы сможем получить еще больше прибыли. Итак, на 1 июня в Ангорском районе собрано более 9 тысяч тонн зерновых, в Бандиханском – свыше 18 тысяч тонн, в Кызырыкском – более 28 тысяч тонн, в Музрабатском – почти 24 тысячи тонн, в Термесском районе – без малого 6 тысяч тонн. Таким образом, область первой в республике полностью выполнила договорные обязательства. Сегодня страда в самом разгаре. Сбор урожая продолжается. Только в Джаркурганском районе запланировано обеспечить работой 17 тысяч жителей. Из них более 3 тысяч – это граждане, состоящие в железной тетради. Мы до начала своей деятельности на фермерских участках их обучаем, и после они приступают к работе. Все они испытывают благодарность и очень рады этим возможностям. В этом году в Сурхан-Алинской области зерновые высажены на 89 тысячах гектаров. Сформирован 141 отряд. Задействовано 283 единицы современных комбайнов. Всего планируется собрать 685 тысяч тонн продукции. При этом освобождающиеся площади передаются для земледелия, находящимся в перечне нуждающихся, в социальной поддержке и безработным. Работа ведется по принципу «один контур, один вид сельхозпродукции».